привет! У нас уже 12 часов, я доготавливаю зеленый борщ. Сегодня супер день вообще начался, не могли найти зарядки на телефон. Вернее, они есть, но они не заряжают. У меня всю ночь телефон простоял на зарядке, 4% было всего. Хотя он воткнут, показывает там зелененькое, что он заряжается. Но вот, в общем, ничего не зарядилось. Я сегодня купила 2 зарядки. Одну зарядку, но там 2 вот вставляется. То есть это одна была зарядка, и отдельно один я купила кабель. И теперь все супер, все хорошо заряжается. За все, по-моему, 650 рублей отдала. Еще надо купить, но уже в следующий раз не все сразу, потому что у нас получается 4 телефона, и вот пока что 2 нормальные зарядки. Здорово, привет, кстати, передаю продавщице с магазина, которая продала мне зарядки. Она мне говорит, а я вас смотрю. И мне прям, я прям стесняюсь, когда мне так говорят. Можно я скажу? Скажи. Это и сегодня мама прям чудная, потому что она сказала, мы убрали в одной месте. Она сказала, мы в комнате убрали. Вообще у нее сегодня чудесное. Да, у мамы сегодня чудесное настроение. Чудесное. Да! Готовит сегодня зеленый борщик нам. Яйца варятся. Здесь уже почти все готово. Чесночок, осталось добавить томатную пасту. И вот с этой вот лампой мне, конечно, здесь очень удобно. Еще буду добавлять щавель. И укроп уже у нас вырос. И вот здесь вот петрушка подсохла. В общем, сейчас все это буду резать. По погоде у нас сегодня дождь. И вот опять вышло солнышко. А вот Афонькина фасолька. Уже настоящий листочек. Вырос, да, Фось? Генри наш растет. А Антошин чип помер. Вот он там запрел. Умер? Угу, вот он запрел. Ну, слишком много воды ему было. А вот Генри все в порядке. Я... Кто приехал меня поздравлять сегодня? А? Что сегодня за праздник? Что сегодня за праздник? Колин. Колин праздник? Кто мне подарил цветы в такой красивущей упаковке? Обалдеть, да, Зоя? Кто мне подарил сегодня цветы? Ты мне подарил? А вот, вот они, я их сейчас в вазочку поставлю. Можно? Можно? Нет? А куда мы их денем, Заюнь? А кричи, как ты мне кричала? С днем рождения! Как ты кричала? Поздравляю! Тихо-тихо, тут Коля, не надо кататься. Не надо. Крикни громко. Поздравляем! Коль, что ты там ползаешь уже, да? Двигаешься? Ты на лодке плывешь. Ура! Сейчас буду ставить цветы, чтобы он там не ударился, только родня. Да, праздничную упаковку обязательно. 50 рублей метр стоит у нас упаковка газетки. Тут, наверное, вы 2 метра сразу взяли, да? Да, да, да. Кстати, так замотать. Не, ну это ж очень же модно сейчас. Да, 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 да. Ой, да тут вообще. А это ж у вас же, да, родня растет вот такой солнце? Там как раз 5 и 3, 8. А, 8 не дали, тогда 7. Ну, я надеюсь, что цветы никто не будет считать. Да? Или кто-то будет считать. Значит, надо разломить, еще веточки разделить, и будет туда уже. Ну да. Что-то вставляться. Нет, это да, все. Красота. Ну подожди, подожди, тут жук вонючка. Ой, ты видел, сколько их сейчас, да, налетело? Ты будешь еще ползать, Колян? Давай еще, движение это жизнь, скажи. Вот так, хоп. Вот так, красавчик, да? О, давай еще. Давай еще, давай, иди ко мне. Давай, 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 давай. Давай, давай, куда ты назад? Давай сюда ко мне. Ага, давай, 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 давай. Это он только сейчас начал? Да, он сегодня начал. Ну и дома у вас тоже, да? Нет, я его посадила вот у вас тут. И он начал это
Я сейчас замочила желатин, будем делать маршмеллоу. Маршмеллоу готово. Да, Зоя? Я уже хочу оно себе. Не-не, еще рано, еще рано. Еще не застыли, не застыли. Родня уже домой собирается. Коль, тебя брать? Коля. Пока! Пока! Дети тут на футболе у нас. Решили, ты убрал там кроссовки? Вон. А где Афоня? В комнате. Сейчас почти 2 часа ночи. Без 3 минут. Могу сказать, что я молодец, я сделала все, что задумала, и при этом было так круто, и родня приезжала поздравить меня, в общем, мне все понравилось, я такая счастливая и довольная, ложусь спать, а завтра понедельник, рабочий день, испекла еще сегодня 2 бисквита, нужно собрать завтра тортик, попросили сделать самый обычный, я вообще не, ну вот пряничные торты я еще как-то могу, но вот обычные... Простите меня, но не зевать в 2 часа ночи, по-моему, вообще невозможно, несмотря на то, что кофе пила. Что хотел сказать, бисквитные торты пеку только себе домой, потому что не знаю, как там их стоимость, то есть я их не рассчитываю сама, да. Смотрю, естественно, цены, только у нас в станице торты, где-то я смотрела 600 рублей килограмм, где-то... 700 рублей, то есть это без мастики, мастичные 900, по-моему, и 800. Вдруг в 2 разных местах смотрела. Сейчас еще раз зевну, потом, да, рассказываю. Все, зевнула, выключила камеру, чтобы вас не смущать. И, в общем, вот такие вот цены у нас в станице на домашние, как бы, торты. Поэтому... Не знаю, посчитаю, я записываю все продукты, что я купила. Единственное, нужно узнать, сколько стоит сахар килограмм, сколько стоит мука, чтобы... То есть у нас сахар есть, я его так особенно специально не покупаю. Вот испекла 2 бисквита, это 5 яиц, стакан муки, стакан сахара. Вот, завтра соберу что-нибудь, не знаю еще что. Что-нибудь соберу, покажу вам. С маквином. Пряники-то я уже сделала. Сегодня еще делала пряники поштучно, которые на день учителя будут. Все, я хочу спать, реально. Прям пошла все сейчас умываться и отдыхать. Всем до завтра. Вот пока у меня такие загруженные дни, поэтому будут вот такие вот недовлоги. Потому что вот завтра будем вязать, и будут поездки туда-сюда. Завтра футбол, завтра карате, поэтому, в общем, и вообще так забирать и отвозить детей. Поэтому будет нам не скучно. Подготовка к Дню Учителя полным ходом. Все, всем до завтра. Пока!